In Acts chapter 20 Paul told the church uh, elders at Ephesus he said I have not avoided to declare to you the whole counsel of God. Verse uh, verse 27 and what Barb and I want to do is we want to Tell you as much as we know. И то, что мы хотим с Барбарой сделать рассказать вам столько, столько, много, насколько возможно. То, что поможет вам в вашей христианской жизни. Поэтому сначала Барбара поделится, прежде чем мы перейдем к теме. Шалом. I'd like to read to you from Malachi 3:16 and 17. Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord. And who meditate on his name. They shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels. And I will spare them as a man spares his own son who serves him. So it seems to me that while we've been talking about the Lord, He's been listening and writing it in His book so that He can enjoy again and again what He has heard us saying to one another. И он планирует, составляет планы, для того, чтобы мы стали его драгоценными камнями. Поэтому он счастлив тем, что здесь происходит. Пожалуйста, перейдите к 1 Петра 4, 4, 7.

So that we'll have oil in our lamps. Now, this, in verse 7, it says, Be serious and watchful in your prayers. And in the next verse, don't look, in the uh -huh. next verse, it says, At the, Because of the time in which we live, there's one thing that's the most important of all. И как в вот, следующий э, стих говорит, что из-за того времени, в котором мы живем, э, э, будьте серьезны в отношении одного. И поэтому, что самое важное э, в том периоде, в котором мы живем сейчас. В восьмом стихе. Более же всего. Более всего. The most important.

In, in English, we, we call it a rubber band. Же, no rubber. <coughs> and you stretch it out. And this scripture says that in the last days, our love is to be stretched out for one another. And I think that's because in the last days, there will be much trouble. проблем будет последнее время и очень легко будет огорчиться друг из за друга много лет назад господь просто как бы не так сильно серьезно относился к тому что происходило в нашей жизни ну просто она проходила и все но в это время он говорит любите друг друга больше чем когда-либо растянутая любовь и быстро к прощению because, the, because our love covers many sense Сколько любовь наша покрывает много грехов. Поэтому, если друг ваш согрешает против вас, любите их по-любому, даже и в этом. Особенно в это время. А в девятом стихе, будьте странолюбивы друг к другу. Проявляйте гостеприимство. Без ропота. Бурчим ли мы? Нет, не надо бурчать. Бурчать, бурчать, жаловаться, остановитесь. И это не сезон для ропота, для жалований. Если бы Иешуа вошел сейчас, то он бы сказал, не бурчите, не ропщите, остановитесь. Десятый стих. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards. Ah, служите друг другу каждый тем даром, какой получил как добрый слуга, управлятель. So the gifts of service that you have, give it to one another freely. И те дары служения, которые есть у каждого из вас, просто предоставляйте друг другу. And then in verse twelve. Двенадцатый стих. He says, Beloved, do not think it a strange thing concerning the fiery trial which is about to try you. As if some strange thing happened. Expect it. Expect, it. Expect fiery trials. Does that make sense? Uh, that, это понятно? Yeah, okay. Смысл есть в этом? И тринадцатый. Но радуйтесь, как вы участвуете в Христовых страданиях. В четырнадцатом uh, стихе. Если вас злословят за имя Христова, то вы благословенны. Аминь.

Нужно избегать uh, быть обиженными And you avoid being и избегать быть неучительным. И хочу третье добавить сегодня. Это относится к власти. Тема нашей недели одним предложением.

и быть, э, иметь правильное взаимоотношение горизонтально друг с другом. И как я нарисовал на доске, это картина. это рисунок, крест, как горизонтальные и вертикальные взаимоотношения с Богом и с людьми. Евреям 13, это глава. 17, 17 стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это не, для вас не полезно. Каждый из нас находится под властью. Я под властью. Um, no matter how high you go, every one of us is under authority. Независимо как высоко вы продвигаетесь, вы всегда будете bless you. It's meant by God to be a blessing and a covering. Богом это предназначено для благословения и для покрова. One of the enemies of our lives is independent. И один из врагов нашей жизни это независимость. He wants us to be dependent upon one another. он хочет чтобы мы зависели друг от друга. And under the covering of those in authority over us. Not independent. And I really, in all the things we've shared this week, Barb and I would encourage you to examine each of our hearts. Because we all of us find these things in our hearts. And one of the ways of God is to not be independent, especially in this hour. Do you, do you remember when the children of Israel were coming near the land of Canaan? And the scriptures say that there were some stragglers

Um, many people in the West, I don't know about in Ukraine, many people have stopped going to church. Christians are staying home. And they say, I'm going to serve God in my home. И говорят, я буду служить Богу в моем доме. To to И мне не надо идти в церковь. Says, days, И в Послании к Евреям говорится, не оставляйте собрание ваших. He wants us to be Он хочет, чтобы мы были вместе. We need each other. Uh, мы нуждаемся друг в друге. I need you. Я нуждаюсь в вас. And you need me. И вы нуждаетесь во мне. Мы нуждаемся друг в

Это ответственность ваших лидеров uh, печься о вас и также заботиться о вашем добре, Сколько Господь попросит, требует у них отчета, будет требовать. В Ветхом Завете не помню точно где. Бог Because they abused the weak ones. They let the strong sheep beat up the weak sheep. It's in Ezekiel 34. You can read it later. It's a very important passage. God wants the leaders to heal the sick. Бог хочет, чтобы лидеры исцеляли больных и поднимали слабых. И хорошие лидеры так делают. И Бог с них потребует отчета за if, это. If you're in a position, и если вы в позиции лидера, то вы будете ответственны за то, как относитесь к другим.

And we do it with gritted teeth. Like that. Yeah. Um, we're stubborn. But maybe we're, we're led, but with not easy. We're being led, but it's not easy. Those of you who have had teenagers.

и в этом стихе тоже говорится не усложняйте все для своих лидеров пусть это будет радостью думает ли пастор вас, что радость вести вас делаете ли все возможное чтобы это было приятно для него это хороший вопрос once again

They, there was a chair and he had to sit on the chair in the corner. И в принципе, был стул, и они заставили его, чтобы он сидел за столом в углу. It's a way of disciplining. Как метод дисциплинирования. And Dennis said I may be sitting on the chair. Я сказал, что я, может быть, сижу на стуле. But I'm standing up in my heart. Но внутри я стою. We all know what that's like. все мы знаем, что это значит.

You could write this down in 1 Peter three seventeen. The the Bible says honor all people. Honor all people. If you look at the person on your left and on your right. вы даже The Lord would say honor them.

And they were Africans. They were from Nigeria. And in Nigeria, students are brought children are brought up to honor the their elders. Детей, молодежь, почитали, uh, their culture taught them to honor their parents, their teachers, those in authority. детей, подрастающее поколение, почитать родителей, властей. И я был шокирован честью, которую они проявили ко мне. American,

И все, что они делали, было для того, чтобы проявить почтение ко мне. И также они давали небольшие подарки. И почитали своими словами, обращением. И все, что они делали, чтобы почтить меня. И я не думал, что я это заслуживаю.

And we never saw them other than Sunday morning. Because they were so busy with their studies. So we didn't get to know them very well personally. But on this, on this day, we had them for a meal. And they told us, and they told the whole church also. Каждый раз, когда они приходили в воскресенье утром в церковь, Бог очень сильно говорил в их жизни. Каждое воскресенье. И они рассказывали много историй. Что когда я что-то рассказывал, чем-то делился, это было то, что им нужно было в тот момент. They made us feel like it was the best church in the world Be, because it met every need they had. They were encouraged and blessed and built up. And Barb and I talked later, and we believe it was because they, they had a, in their heart a heart of honoring me. И потом мы с Барбарой говорили, и мы верим, что все это было из-за того, что их сердце было почитающе меня. Потому что то же самое как бы проповедь была направлена ко всем. И никто не подходил ко мне и не говорил этого. И это было как должное. И

Поскольку их сердце ⁇ это сердце с почтением, то Бог восполнил их нужду. И это был очень сильный урок для нас. Если сердце наше смиренно и также почитает тех, кто над нами, то мы были поставлены в позицию благословения Господа то тогда мы помещены в это положение благословения от Бога. Это очень важно. Еще небольшая история. Я знаю двух пасторов из Америки. Это очень хорошие мужи Божии. Один был национальным лидером. Another was a local leader. Each of them was called to a host, to the hospital. These are different situations. They were called to the hospital of a dying. Of each, each of them were called to the bed of a dying person in their church. Each of them was called to the bed of a dying person in their church.

And they asked their pastors for forgiveness. And they repented before them. When I first heard that, I didn't know whether to believe it. But then I heard the second story. And all I can understand is that with God, the subject of submission is very important. понять, сказать, что у Бога да, тема послушания, повиновения очень важна. Если мы поднимаемся против тех, кто у власти, то мы открываем себя перед врагом. Поскольку это должно быть место защиты. So I just, I just want to tell you that Поэтому хотел бы сказать вам, что будьте осторожны в своем отношении по отношению к власти. И что Бог предназначает их для благословения вас. Они не идеальны. Они делают ошибки. Но Бог всегда проверяет наше сердце. Он может что-то и он может сделать так, что они сделают что-то, что вам не понравится, просто чтобы проверить ваше сердце. И чтобы я еще хотел добавить, чтобы сбалансировать это, я не говорю о взаимоотношениях, когда власть злоупотребляет ей. Sometimes leaders can be abusive. Иногда лидеры могут неправильно использовать власть. Sometimes husbands can be abusive. Или же мужья могут злоупотреблять. I'm not talking about those cases. Я не говорю о тех случаях. If you ever are in a church situation where you are being abused. И если вы находитесь такой ситуации церкви, если неправильно злоупотребили. It can be domination and control. это может быть доминирование либо контроль.

ифан и анафания и его оруженосцы знаете вы ли историю об ианафане и его оруженосца да нет like to read just, a, just a part of it я только небольшую часть прочту из этого. This is found in 1 Samuel 14. Данафан сказал своему роженосцу, своему ассистенту, Давай туда пройдем, проберемся к филистимскому лагерю. And see if we can pick a fight and, and kill some of those bad guys. <laughs> and the armor bearer's reply was this Do all that is in your heart. Verse 7. Do all that is in your heart. Go then, here I am with you, according to your heart. When the when this uh, passage was preached in our church in the first year that we were married, the Bible I was using.

То, что ты должна быть оруженосцем для своего мужа. И он не сказал ему, не сказал, он не сказал ему, что я его оруженосец, но он сказал мне, что я его оруженосец. Потому что такое служение должно родиться в сердце того, кто как бы, ниже стоит.

И вывела я три преимущества такой такой работы, такой задачи. Три слова. Первое ⁇ это близость, это привилегия и очищение. И еще добавлю по поводу этих трех слов близость И когда Бог дает вам возможность быть оруженосцем мужу Божьему, что вы близки к полю действий, вы очень близки к тому, что Бог делает, можно сказать и

Or sit among the people. But I always sit right in the front, close, close to the action. And because of my assignment from the Lord, supporting my husband. And it's wonderful to be so close to the place where the Spirit is moving. И замечательно быть так близко к, к тому месту, где движется Дух Святой. И это влияет на твою жизнь. И Иисус Навина — это оруженосец Моисея. И вы можете также оценить, что стало результатом того, что Иисус Навин был близко к Моисею.

И постоянно вы ощущаете привилегию. Поскольку я также его жена, то его откровения от Господа развиваются в процессе наших отношений дома. Можно сказать, я пропитываюсь Божьими откровениями в течение недели.

И я думаю, что нет лучшего способа быть очищенным для некоторых из нас, чем просто быть в положении смирения так что другой человек сможет, будет иметь способность исполнить призвание.

и те уровни, которые ускорят ваш рост. И как катапультирует вас быстрее, чем если бы вы сами шли. Перерыв.